Объектовую тренировку в Щелковском колледже приехали проводить представители администрации городского округа, противопожарных служб, Министерства образования Московской области и оперативного управления Главного управления МВД по Москве и Московской области. Участвовали в тренировке заместители директоров по безопасности и начальники штабов гражданской обороны образовательных организаций Московской области. По сигналу тревоги студенты и преподаватели покинули учебные помещения колледжа и перешли во временные укрытия. Они покинули их после того, как прозвучал отбой оповещения об учебном чрезвычайном происшествии. ЕДДС городского округа Щелково. Передаем сигнал отбой тревоги. Также во время объектовой тренировки были проведены учения по устранению последствий учебного пожара. На территорию колледжа подъехали пожарные расчеты. Их сотрудники развернули специальное оборудование. Здесь же действовал и штаб, и был проведен с помощью служебной собаки поиск муляжа взрывного устройства. Учения по спасению людей при возникновении условной чрезвычайной ситуации, которые прошли в Щелковском колледже, показали, что все службы безопасности умеют четко и слаженно действовать в рамках установленных временных нормативов. Всем отбой, сворачиваемся, возвращаемся в ПДД, как приняли. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.